Привет! Я тут посидела, пораскинула мозгами и решила записать вам маленький сторитайм о странных людях в интернете, чтобы вам было что послушать во время спидпейнта. Честно говоря, подготовка к этому ролику заняла у меня достаточно много времени, потому что хоть общения у меня и достаточно, но странненьких персонажей было очень трудно вспомнить. Просто какой-то особенной злопамятности и вообще памятности я не обладаю. Так что и истории будут из относительно недавнего времени, года два, и будет их немножко, всего три. В видео не будет конкретных деталей о персонах и их работах и прочем, поскольку я не хочу провоцировать какую-либо травлю или негативное мнение о личностях своими рассказами. Я лишь делюсь своей точкой зрения на ситуации и своими ощущениями. В общем, поехали! Первая история, она простая как 3 копейки, но все же имеет место быть в данной подборке. Когда-то, когда я была поактивнее в такой сети, как ВКонтакте, я частенько набирала трейды на арты, потому что тогда меня работа не тяготила, времена были спокойные и можно было порисовать картиночки для других художников для взаиморепостов. Рисовала я уже и тогда неплохо, и, естественно, мне хотелось найти кого-нибудь с примерно моим уровнем рисования. Пишет мне в личные сообщения девочка с вопросом «берете ли вы трейды?» и скидывает 2 картинки. Я не буду показывать эти работы, я просто опишу их словами. Листочек в клетку, ноль построения, сразу же жирный дрожащий лайн простым карандашом и покрас карандашами, ну, будто в кулак взяли карандаш и водили просто рандомно по фигуре. В целом, просто стандартный набор только-только начинающего художника. Я просто отвечаю максимально вежливо, мол, извините, нет, пока что не беру трейды, луна не в Венере, нет настроения, у меня достаточно трейдов сейчас, извините, нет. Мне показалось, что мы мирно разошлись. Позже я начала рисовать ючи, выкладывала их в группе, никого не трогала. Когда я рисую кобыл, обычно я пишу в описании ючи, что он подходит для персонажей женского пола и феминных персонажей. И вот залетает это чудо в комментарии к нескольким моим ючам с комментом под копирку, мол, феминный, это что за слово такое, почему бы не сказать по-русски, женственный? Вопрос, а что не так со словом? Обыкновенное слово, существующее, иностранное заимствование. Это туманные слова, отравляющие наш родной язык, они разрывают на части, да ни один редактор такое не примет. Вы принимаете критику формулировок в штыхи, многие художники пробуют себя в литературе, имейте это в виду, если будете подавать рукопись в издательство. В общем, это чудо не успокаивалось, пока не отхватило бан в группе. Но эту историю я очень часто вспоминаю, просто каждый раз, когда кто-то начинает говорить о правильности русского языка, о грамматике и прочем, у меня в голове сразу мысль, что надо написать рукопись и сдать ее в редактуру. Следующая моя, вторая ситуация, она такая более, наверное, нелепого формата уже скорее. Что-то такое, с чем мы все сталкивались в жизни, с одной или с другой стороны. Как-то недавно я устраивала небольшой конкурс на арт, где нужно было рисовать моего персонажа в школьной форме. Я прикрепила к посту несколько артов персонажа, все условия участия я расписала, в том числе, что нельзя обводить или срисовывать мои работы или работы других людей, и такие участники автоматически снимаются с конкурса, даже если потом они нарисуют что-то свое. Просыпаюсь утром, вижу очередной тег с работой на конкурс, смотрю. На видео девочка просто буквально обводит поверх мой арт, чуть-чуть меняет палитру и детали в силу слабого навыка, ну и считает себя молодцом. Я пишу в комментарии что-то вроде «простите, конечно, но в условиях участия было оговорено по поводу обводок, я не могу принять вашу работу», на что я получила просто лютейший поток говна, и что вообще это не обводка, ведь она сама руками рисует, и что я ужасный художник, который не ценит свою аудиторию, и вообще только посмей использовать мой арт, я знаю, что ты сделала это специально. Я репу почесала, перечитала заново ее комментарии, заблокировала и пошла дальше себе жить. Но человек решил не успокаиваться, живя по принципу «никогда не сдавайся, позорься до конца». Она накатала мне комментов 10 с твинка, что это не обводка и вообще жестокая. «Дайте мне шанс, я нарисую по памяти, это не будет копия, ведь я сначала нарисую на бумаге». Я опешила, просто ответила: «я не собираюсь давать второй шанс рисовщику, вы уже нарушили условия участия, мне не нужна еще одна копия арта», и пошел повторный бан твинка.
Человек пошел в мой телеграм-канал и начал кричать, что я ни в чем не разобралась, и перспективы в моем арте нету. Лайн другой, прическа другая, одежда тоже немного другая, галстук другой, а значит, это не обводка. Тем более, все же лучше было посмотреть, как я поправилась, если бы я сразу нарисовала арт на телефоне. И начала провоцировать моих подписчиков и продолжать дорисовывать эту срисовку и показывать всем. Спустя 2 дня она наконец-то успокоилась, когда поняла, что больше ей никто не отвечает. И, конечно, вот эта история, которую я ставила напоследок, это вот прям самый смак. Это моя любимая вообще просто за последнее время. Хотя она, вот, кстати, она самая свежая из всех моих историй. Ей, наверное, ну, не дайте соврать, ей 3 месяца. Я рисовала как-то давно для парочки фестивалей, и у меня было 2 опыта – положительный и негативный. Я не буду упоминать, что это за фестивали и их организаторов, но скажу кратко о положительном опыте. Я рисовала векторные фигуры для фестиваля за небольшую плату и билет с мерчом. Работы были отрисованы, все всем понравились, но ребята просто банально не успевали их напечатать. И несмотря на это, они все равно указали меня в команде художников, выдали специальный бейдж и оплатили и отдали все в срок. Кроме мерча, потому что с ним тоже была какая-то проблема, но на следующий день после фестиваля я тоже получила его по почте. А теперь о негативе. Меня пригласили оформить фестиваль. Аватарка, баннер, все такое. Я брала немного, цену назначили, все хорошо. Дальше начинается ад. Организации нет, постоянные дурацкие правки, но это можно было пережить, это в принципе стандартный набор для художника. Далее начались просто приставания от одного из админов в личку, какие-то романтические посылы, странные сообщения. Мне это доставляло дискомфорт, я просила прекратить, писала организатору, что он успешно проигнорил, и в итоге я просто заблокировала человека, потому что мне не хватило сил это терпеть. Наши зоны ответственности не пересекались, и я не видела в этом никакой проблемы. Тем более, если мне понадобится что-то у него спросить, у нас была общая беседа для всех отделов. В итоге просто начались наезды, на меня начали сваливать часть организации и курьерства, на что я сказала, что я отказываюсь от дальнейшего сотрудничества, если так и будет продолжаться. Я предложила просто спокойно разойтись, оплатить мне аватарку и баннер, и наброски для остальных вещей. Очевидно, разошлись мы не на лучшей ноте, потому что подкатывающий ко мне админ просто срал меня за спиной и оскорблял за то, что я его отшивала, поэтому я сдала исходники и начала игнорировать данную ситуацию. Конечно же, никто мне ничего не оплатил. Через 3 года человек приходит ко мне в личку и предлагает снова поучаствовать в фестивале. Я спрашиваю, что с оплатой предыдущего? Зачем следует ответ, что он все оплатил? На всякий случай я перепроверила свои банковские платежи и не нашла ни одного перевода с его номера или с номера кого-либо еще из тех, кого я знала. Я махнула на это рукой, сказав, что за 1000 рублей не вижу смысла его душить, но раз ему так жалко этого, то мой нынешний прайс он точно не потянет. По доброте душевной за рекламу я готова скинуть 20% с прайса. Я отправляю ему цены, и тут начинается. Мы работаем на энтузиазме, мы тут все с чистой как росинка идеей и топим за это сердцами, вот и ты должна топить. Нет, мне не 12 лет, я хочу есть и вообще существовать на что-то. Я, конечно, не хочу с тобой торговаться, но 20% это мало, у нас нет денег, всего 150 тысяч, мы же дадим тебе рекламу и можем дать тебе торговое место, у нас нет физической возможности платить, мне твои работы очень нравятся, я очень хочу их увидеть, пойми меня. Я не собираюсь понимать человека, который не понимает, что он делает, не умеет в организации и хочет от всех все на халяву. В конце концов, у меня подгорело, и я сказала что-то типа «Я понять не могу, что непрозрачно в моем посыле. Я готова сделать скидку просто за условную рекламу, чисто чтобы войти в твое финансовое положение. Но так как мне уже давно неинтересно посещение фестивалей и прочие развлечения, движимые искренним энтузиазмом, делать что-то за бесплатно или за билетик, значки и мерчнейм я не буду. Потому что не хочу. Если для твоего бюджета это дорого, просто так возьми и скажи. И возьми другого художника. Никаких обид и т.д. и т.п. Человек после этого просто исчез, пообещав написать позже. В общем, вот такие вот у меня истории из моей жизни. Короче, если вам понравилось это видео и мои истории, то ставьте палец вверх, подписывайтесь, жмите на колокольчик, оставляйте комменты к моим историям и со своими историями, и все такое. Будем с вами дружить, общаться и вообще дружба магия. Огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Всем чмок-пупок и пока!